Друзья, привет! Рада встрече с вами на канале «Прошу к столу». Огромное спасибо за ваши комментарии. Читая их, у меня все больше и больше желания радовать вас новыми вкусняшками. И специально для вас быстро и вкусно – салат с баклажанами. Баклажаны, конечно, моем и нарезаем соломкой толщиной примерно в 1 см. Перекладываю баклажаны в сито, солю по вкусу и перемешиваю. И оставлю баклажаны минут на 15-20, чтобы они просолились и стеклась лишняя жидкость. Баклажаны в сторону и шампиньоны нарежу тонкими дольками. Лишнюю влагу с баклажан убираю салфеткой. Баклажаны выкладываю на силиконовый коврик, можно и на пергамент. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Хорошо перемешиваю, распределяю по противню баклажаны и запекаю в разогретой до 250 градусов духовке до готовности. Замечательный способ приготовления баклажан. Масло меньше, время больше. Баклажаны в духовке, а я быстро обжариваю грибы. У меня шампиньоны. Конечно же, будет очень вкусно и с лисичками, и с белыми грибами. Соль и перец добавляю к уже обжаренным грибам. Таким образом, сок не вытекает при жарке из грибов, и грибы остаются более сочными и нежными. Яйца нарезаю тонкой соломкой. Мелко нарезаю помидоры. Если помидоры очень сочные, можно переложить в сито, чтобы лишний сок стек. Буквально 7 минут и баклажаны готовы. Теперь нарезаю сладкий перец и на мелкой терке натираю сыр. Баклажаном выдавливаю зубчик чеснока и заправляю йогуртом без вкусовых добавок. И, конечно же, к салату добавлю немного зелени. Нарезаю укроп и петрушку. Все ингредиенты готовы. И, конечно же, важна подача блюда. А красиво подать салат – это совсем просто. Выкладываем на блюдо подготовленные продукты слоями. Баклажаны, яйца, зелень, сладкий перец, немного сыра, последний слой – сочные помидоры. Конечно, если вы хотите, можно добавить по вкусу соль и перец, но совсем немного, иначе помидоры дадут лишний сок, и салат будет слишком влажный. Украшаю салат зеленью и дольками лимона. И последний штрих – жареные грибы выкладываю бортиком вокруг салата. С нетерпением жду ваши комментарии. Делитесь моими видеорецептами с друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!